поток с лентой, она выступит под 8-м номером. Да, вчера Анастасия получила наивысшую оценку в упражнении с лентой. 24,4. Очень хорошая оценка для ленты. Поэтому будем надеяться, что сегодня она сможет это повторить. А перед вами стартовый протокол финала с лентой. Елизавета Полстяная, Саломе Пажава, Дарья Трубникова, Татьяна Воложанина, Николь Зеликман, Кристина Пограничная, Лала Крамаренко и завершит Анастасия Салас. Да, никаких новых имен здесь нет. Всех девочек мы сегодня уже видели, кого-то чаще, кого-то реже. И Елизавету Полстяную мы уже видели. И, в общем-то, неплохо она выступила в своем предыдущем виде. И Татьяну Воложанину тоже видели в упражнении с мячом. Все у нее получилось достаточно неплохо. Немножко не повезло второй болгарке Стеляне Николовой. Я вот смотрю, что она во всех видах фигурировала в качестве запасной, где-то в качестве первой запасной, где-то в качестве второй запасной. Но 9-10 место, к сожалению, занимала болгарская гимнастка. Да, ну девочка совсем юная, это самая молодая участница соревнований, всего лишь 15 лет, и все у нее еще впереди. Видим, в принципе, в конкуренции с более взрослыми девушками она показывает очень неплохие результаты. Так что это определенно ей в плюс опыт. Начинается заключительное упражнение, последний финал уличниц, финал с лентой. Открывает его Елизавета Полстяная, Латвия. Молодец, Елизавета. Очень хорошо прошла все упражнение, не считая маленькой зацепки в начале упражнения. Зацепился хвост за палочку. Она быстро дальше продолжила и не теряла образ ни на секунду. Очень подходит, как мне кажется, эта композиция Елизавете. Очень красивое упражнение получилось. Вообще, когда попадает гимнастка в образ, да, подходит ей музыка, совсем по-другому смотрится упражнение. Бывает, не всегда тренер с гимнасткой могут выбрать удачную музыку, которую гимнастка не может передать. На одной гимнастке она может смотреться по одному, потом на другой
совершенно по-разному. Поэтому надо всегда подбирать музыку с учетом характера гимнастки, каких-то пластичных данных. Довольная гимнастка из Латвии своим выступлением. Было заключительное ее выступление на сегодня. Можно выдохнуть. К сожалению, не будет приниматься на участие в Олимпийских играх. Оценка за упражнение с лентой 21 балл ровно. Неплохая оценка, но недостаточно высокая. Напомню, что в упражнении с лентой вы не увидите таких оценок, как 27, 28, даже 26, потому что упражнение с лентой тяжелее намного набрать сложность. Вчера самой высокой оценкой в ленте была оценка Анастасии Салас 24,4, поэтому будем ориентироваться на эту оценку пока. И Саломе Пажава, Грузия. Хорошо справилась с булавами. Саломе показала свою лучшую оценку. Посмотрим, как она справится с лентой. Очень неплохо, Саломе. Было два момента, где зацепилась ленточка за палочку. Чуть не запуталась, но быстро тоже гимнастка смогла выпутаться из этой ситуации. Очень нравится мне музыкальный выбор всех упражнений Саломе. Это и Мьюз, и Океан Эльзы, и грузинская народная музыка. И очень хорошо она в каждой из композиций смотрится. Конечно, эта гимнастка очень украшает художественную гимнастику. Немного не хватает ей сложности по теперешним правилам. Не забывает она, самое главное, про художественную составляющую, артистичность. И у нее очень много фанатов по всему миру. Но такие гимнастки запоминаются очень. На 1/10 получает больше Саломе, чем Елизавета Болсина из Латвии, 21,1. Не доделала по сложности предмета, несколько ловлей пропустила Саломе, поэтому оценка не самая высокая, которую она могла бы получить за упражнение с лентой. И на площадку готовится выйти представительница России Дарья Трубникова. Финальный шанс для Дарьи побороться за пьедестал. Вчера, наверное, было самое удачное
из ее 4 выступлений это выступление с лентой. Посмотрим, как у нее сегодня это получится. Получилось выполнить все чисто. Дарья теряла сначала один раз ленточку буквально возле себя. В принципе, если бы только одной ошибкой она делалась, еще могла бы побороться за медали. А сейчас потом еще было много зацепок и были вопросы по телу к концу упражнения. Не очень хорошо складывается для Даши этот старт. Вот эта потеря буквально не зажала палочку в руках после переката Дарья. И вот запутывание ленты на палочку. Не успела еще явно что-то сделать в конце. Должен был быть бросок. В сложности будет не очень высокая оценка. Да, проигрывает она двум предыдущим гимнасткам. Получает всего 19,65. Не получится у Дарьи побороться за медали в этом финале. Да, абсолютно неудачный этап Кубка вызова получается для Дарьи Трубниковой. Но опять же, тут стоит отметить, что у девочек, что у Лалы, что у Даши не так много опыта выступления по взрослым. Они только начинают свой большой профессиональный путь. Ну и, как видим, Лала в плане стабильности пока выигрывает конкуренцию у Дарьи. Да. Ну, на ковер выходит представительница Болгарии Татьяна Воложанина. Ее упражнение с лентой. Yeah.
бы ошибка. Метнула так метнула ленту Татьяна, и выход за ковер, и пробежка много сбавок получат. Да, после этой грубой ошибки дальше еще были ошибки, запутывание. Сбилась Татьяна, не сумела собраться после этой ошибки. Тоже оценка будет очень невысокая для нее. Но пока лента оправдывает звание самого коварного предмета. На Олимпийских играх тоже все завершается лентой. И там до последнего мы не будем знать победителя. Я помню, что Олимпийские игры проходят только в многоборье. Медали в отдельных видах не разыгрываются в художественной гимнастике. Поэтому шанса сделать какой-то один вид хорошо у девочек не будет. Все четыре выхода они должны выложиться по полной. Да, ну и как вы понимаете, тоже с точки зрения интриги, учитывая, что лента самый коварный вид, все будет решаться именно в последнем упражнении. И, возможно, тот, кто чище пройдет ленту, тот в итоге и заберет награды. А в Токио, предположу, что могут возникнуть вопросы, учитывая влажность, учитывая климат. И у многих гимнасток, даже ведущих, таких как Арина Аверина, Линоя Шрам, на протяжении сезона были проблемы именно с лентами. Линой даже часто не попадала в финал, и Арина тоже не всегда попадала в финал в упражнении с лентой, и могут быть очень большие разбежки. Поэтому будем следить до последнего. Ну и в этом отношении, может быть, нам чуть-чуть спокойнее за Алину, учитывая, что она выиграла зачет в ленте на этапах Кубка мира. Надеюсь, что вчера была такая небольшая оплошность, которая больше не повторится. Да, как сама сказала вчера Алина, от такого никто не застрахован, и такое случается, и это как исключение из правил в случае с нашей гимнасткой. К выходу на ковер сейчас готовится Николь Зеликман. Я думаю, что в хорошем настроении Николь после того, как завоевала награду в упражнении с булавами, при том, что булавы — это далеко не ее коронный вид. Я уже отмечала, что по сезону так складывалось, что как раз-таки в ленте и в булавах у Николь больше всего было проблем, но вот в булавах получилось все прекрасно. Давайте посмотрим, как справится с лентой представительница Израиля. Thank you.
смазанная немножко концовка, и по реакции тренера было видно, что это было, что не получилось. Но что-то точно не получилось. Да, но обыграла, в принципе. Палочка осталась в пределах тела гимнастки, не упала на ковер. В принципе, судьи могут по-разному трактовать или как неправильную ловлю, или все-таки как потерю. Это мы увидим в оценке. Но в целом очень хороший старт для Николь. Все 8 выходов были очень уверенные. Наверное, одной из немногих гимнасток, которые все 8 выходов прошли так хорошо. Прибавляет стабильности по сравнению с началом сезона, когда ее мотало то с 5-го места, то на 20-е. Здесь она очень стабильно выступает.